который ты берешь? А, а вот мы выбрали, в общем, вот этот альбом. Извините, это не видела? Видела. У меня денег нет, в долг не хотим. Долг, один месяц. Мы потом Танечке вашей напишем. Это один месяц, не проблема. Да. Не видела другого альбома? Да. Надо сейчас делать фото с собой. У нас свой канал есть. Да? Да. Канал куда? YouTube? На YouTube, да. У нас детский, этот, семейный у нас канал. О, это не видела? Нет. Мне же все надо, поэтому, а денег нет. Так что, в общем, мы выбрали вот этот можете хороший альбомчик. Можете чистами, не переживайте. Вы можете, нет, давай, нет, нет, нет. Мы долги не любим. В общем, мы как, мы берем, как договорились, вот это. Да. А потом мы Тане пишем. Хорошо. Может быть, даже вот она нам опять альбом вышлет уже. Хорошо, так конечно. Тоже можно, да? Знаете, я хочу видеть на магазине, потому что я хочу видеть, кто я работал. Угу. Мне интересна работа люди. И, знаете, Вологда, у меня... Не, близко Вологда, Ближе к Вологде. Переславль-Залесский. Большой город, 300 тысяч. А чего там у нас около Вологды? Меня там и на клиента, который меня купила много альбомов, 300 тысяч населения. Uh-huh. Потом меня звонила одна девушка, который магазин там и Вологда. Мы я тот угол не знаем. Я говорю, ваш это горе, я не могу давать вам, потому что у меня клиент, а я куплю много альбомов. Я говорю, а меня не интересно, у меня есть клиента, я не могу давать вам много, потом другой клиент меня бьет. Правда? Эту? Нет, у нас так уже давно, честности, нет. Надо знаю каждый клиент, как работа, как у магазину, много, мало, понимаете? Потому что у нас в России такого нету. Татьяна, моя девушка, она... В общем, мы поехали Лоренцо показать, где у нас гостиница находится, Мирная пристань. Сергей Витальевич, мы сегодня познакомились с настоящим итальянцем. Такое знакомство у нас еще впервые в жизни, товарищи. Сейчас нам показывал по типу навигатора по гостиницам. И, значит, ищет там, показывает ему плюс, еще что-то. Я говорю, так это же не наше. Я говорю, там где дача у Медведева, там все дорого. Я говорю, у нас тут Мирная пристань есть. Там вполне демократичные цены. Ну, я, конечно, не знаю, как у него там с доходами, но... Думаю, что потянет он. Только что вопрос, если не понравится. Не понравится, значит, есть машина. Очень удобная. Правда, асфальт под ней тоже кончился. Как он сегодня пожаловался. Ехал, ехал, говорит, и кончился асфальт. Такая у нас здесь набережная красивая. А туда въезд-то как? А зачем, пешком дойдешь? Ага. Мира, понимаете? Мирные пристани. Это супер. Успенский собор там. Где города? Было 100. Где города здесь? Я когда в школе училась, было чуть больше 100 тысяч населения. О, у нас сейчас вымирает народ. Где дом у много? У нас сейчас в год умирает в 3 раза больше, чем рождается. Например, родилось 5 тысяч, умерло 15. О! Ага. В 3 раза больше умирает. Почему? Здесь тоже проблема... Работы экология. Нету. Работы нету. Ви надо делать работа. Ви бизнесмены вместе. Нет, не я, мы, но не все же бизнесмены, правильно? Почему? Мужики в основном ездят в Москву работать. Да. Вот. Извините, а здесь у вас не ви работа приящет, да? Угу, почему да. Ви не делали сами бубины? Да. Это проблематично у нас бизнес почему? Такой иметь производство. Видите, машины маленькие, делали бубины, продаем ваши приящи. Понимаете? Я все время давай клиенты по нет, совету, потом меня... Нет, делать это нужно из сырья. Я принесу вам пряжи, такие штуки, 100% шерсть. Вы берите машины, вы делаете сами, ваша фирма, как коммерциальная, как говорит, торговица марка. Вы делаете торговица марка, и потом продаем здесь, на рынке. Понимаете? Не знаю, это у нас... слишком проблематично. Да. Почему? У нас все сидят на турецкой пряже. Одному нужно дать на лапу, другому нужно дать на лапу, или иначе ничего не подпишут. Лапу Сергей кто? Сергей Витальевич, мне канал закроют. И меня сын или лапу. Мой сын или лапу. Вот, одному взятку надо дать, другому взятку. А иначе мне ничего не подпишут. Телефон выключился.
сказал, что в городе у нас понравилось ему красиво. А вот до города добираться показывал разломанный бампер. Нормальная ситуация, да? Подумаешь, бампер. Ну что, это пластиковая деталька. Заменил, дальше поехал. Вот так. Сейчас у нас стал красивый город летом. Все зеленое, все такое аккуратненькое. Не стыдно, если к нам приедут. По чипыжам-то таким по окраинам туристов не водят. Дадим вот эти конфетки. В общем, но пока мы тут не ездили наклейки выбирать. О, иди за город. Мама, а вы что, наклейки выбирали? Наклейки выбирали. Вот Егор, он все слышит. А зачем наклейки выбирать? А вот выбирали. Какие... Вась, сходи домой, носик вымой. Очень некрасиво. Сними, я же ехаю. Ехаю. Еду, а не ехаю. Поздоровайтесь, скажите. Здравствуйте все. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да, смотри. А это кому? Маме? Это тебе? Это на работу. Мы купили. Васюш, надо высморкаться и пойдешь еще погуляешь, пока мы ужин готовим. Мама, сними Сашу, Витаю. Нет, я их не буду снимать. Потому что, ну, мало ли их родители будут против. Да, Снежок? Конфетку что ли жуешь? Вот кто будет плохо кушать, я припомню вам эти конфетки. Ох, припомню. Мама, смотри, как Саша. Сашенька маленький еще. Поди, Вась, высморкай носик. Так.